Привет, привет, мои хорошие. Смотрите, как я еду. С этой полки у меня падает телефон. Короче, мои хорошие, сегодня пятница. Очень жарко, мои хорошие. Я в спортивном такая вся, ты такая. Короче, это самое. Еду по делам своим. Закупиться на Стамбул, мои хорошие. Много чего мне надо. Как мне говорят, что можно покупать на Стамбул. Отсюда, с Украины, везти. Потом вам покажу. Есть свои нюансы, что можно, что надо, что нужно. Короче, и так далее. Погодка у нас супер, мои хорошие. Обалдеть, какая красивая. Я это самое, что мне, говорю, это прицепить. Смотрите, как легко одета, я не могу. Прицепить вот это сюда телефон, видите? Короче, мне тяжело держать одной рукой и вести машину. У меня скорость не маленькая. Надо это сбавить чуть-чуть. Смотрите, какой храм красивый. Я себе на память снимаю, мои хорошие. Не знаю, когда я буду жить в Ужгороде. Пока красный светлофор. Самое круто. Смотрите, какой красивый Ужгород. Теплый такой. Сейчас дам денежку этому человеку. Спасибо. Удачи. Короче, смотрите, какая красота. Зеленое все. И вот эта полка меня не держит. Мне два раза бабахнулся телефон, мои хорошие. Так, переключаюсь. Смотрите, мои хорошие, что я вот покупаю в Стамбул дочке. Вот это Коди, я не знаю, что это ей надо. Короче, я уже в третий раз еду, ей покупаю. Дальше идем. Смотрите, здесь такой этот Дастор. Сейчас я зайду туда, посмотрим. Огромный супермаркет. Идем туда. Короче, смотрите, какой у нас Дасторчик. Крутой. Магазинчик очень огромный, мои хорошие, очень. Сейчас походим, посмотрим. Смотрите, какие картинки продают. Боже мой, какая красота. 6000 гривен, смотрю. Я 7000 гривен. Смотрите, красота какая. Я вам не буду показывать, мои хорошие, вот видите, как я оделась. Я вам не буду показывать цены, шмотки, потому что, чтобы я лишнее чего-то не говорила. Понимаете, потому что, когда это самое, ну, здесь намного дороже, я лучше помолчу, понимаете. Я для себя сделала выводы, когда человек живет, зачем травмировать. Понимаете, но здесь цены бешеные. Вывод тоже есть везде, в каждом городе. Но если оно дороже, как в Стамбуле, что я могу вам еще говорить? Здесь кафешки золото продают, когда-то я здесь покупала. Заблудилась я, не понимаю, куда ходить. Поэтому, понимаете, я не буду рекламировать, я не буду говорить вам цены, потому что ужас. Этот магазин очень красивый. Когда-то мне казался самым крутым, самым красивым. Вы понимаете, я зашла то, что мне надо было. Цены очень дорого. Что я вам буду показывать? Смотрите, как красиво. Погодочка такая супер. Не знаю, чего у меня падает этот телефон с этой полки. Видите, механика, мне надо переключаться и водить машину. Это самое. И тяжело снимать. Ага. Смотрите, какая у нас дорога. Вы представляете, еду из Ужгорода. Я не хотела снимать, потому что мне очень тяжело, говорю, одной рукой снимать и ехать. И ремонтирует дорогу. Представьте себе, смотрите, какая у нас красотища. Вот это да, это мост.
Я вам говорю, латают, что-то смотрят, а куда еще лучше? Это молодцы. Молодцы. Смотрите, красота неописуема. А какие у нас деревья зеленые, а? Как красиво здесь. Спортом люди занимаются на велосипеде. Да, молодцы люди. Короче, я уже здесь снимала, уже почти дома. Что, мои хорошие? Короче, путешествую. Лягушка-путешественница. Накаталась я сегодня, не знаю, сколько времени. Я сейчас еду там. Очень жарко, слава Богу. Как говорится, спасибо Господу Богу, что еще тепло. Я уже закупаюсь на Стамбул, мои хорошие. Скоро уже вылетаю. Сюрприз! Не воскресенье точно. Так что так, пока я еще сейчас все свои дела сделала, закупаюсь, а на Стамбул то, что мне надо, мои хорошие. Потом покажу, говорят, что в Стамбуле нету, что в Украине покупаешь. Ну, есть такие вещи, что я хочу здесь купить. Привет еще раз, мои друзья, подписчики и так далее. Хочу такое видео небольшое сделать, быстрый обзор. Что я покупаю? Я говорила в своем видео сегодня в Ужгороде, что я покупаю в Стамбул и почему в Украине, мои хорошие. Смотрите, купила я себе очки. Это ноль, как... Нету один или как это называется, не знаю. Ну, лучше вижу, лучше, потому что плохо читал. Почему я покупаю парфюмерию здесь? Ну, главное, что кремы для глаз, для лица, короче, эти, как его, маски, потому что я не могу в Стамбуле прочитать. Знаете, там много очень народа. Если вы хотите что-то узнать, как они говорят, одну позови девушку, она скажет для сухой кожи, другую позови, тот же крем для жирной. Поэтому я купила, смотрите, это я привезла из Стамбула с собой, эта фирма очень классная, мои хорошие, вот, пожалуйста, вот это я не знаю, что это производство, но очень хорошее, ну, это я в Стамбуле покупала, потому что мне говорят, что в Стамбуле нету, есть, мои хорошие, этот крем я тоже привезла из Стамбула с собой, смотрите, что я купила здесь, купила я вот эти, что рекламировали их, вот, эти, как их, чистая линия, смотрите, малиновый, взяла скрабчики и персиковый, потому что, не знаю, посмотрим, я раньше ними не пользовалась, и вот этот такой купила, тоже чистая линия. Что я купила для глаз, смотрите, сколько я купила себе для глаз. Почему говорю, здесь вот такие маски я покупаю, они мне хорошие, я много меняю, я ими только здесь пользовалась, потому что я маски реально забыла, считайте, в этом, как его, в Стамбуле. Так, для глаз я купила, что, какие крем, вот. Для глаз козье молоко, я не знаю, что это производство, короче, по-нашему написано, вот это я купила для глаз. Органические кремы я для глаз купила, смотрите, алоэ, как вот эти, это на 40 лет, вот, короче, я сегодня этот пробовала, упал у меня, хороший, я не знаю, посмотрим, как, что. И купила органический вот этот, я не знаю, чего это производство, по-моему, Корея. Органик, все я вот здесь, потому что я могу здесь прочитать, мне помогли и так далее. Для лица я купила вот этот, тоже козье молоко, очень хороший. Здесь наше производство, купила продукцию, то есть здесь органический вот этот крем и маску взяла, это органик. Вот это я купила для лица, вот такой еще крем купила, не знаю, мои хорошие, что это Беларусь или что, тоже органик. Вот такую маску купила, здесь все написано, смотрите, мои хорошие, все органические маски. Вот это я что купила. И купила дочке вот этот сегодня, Коди ей надо, потому что здесь дешевле, завтра по почте еще очень много придет. Так что так, мои хорошие, такое маленькое видео. Я очень много чего купила, там помады, парфюмы и так далее. Я это рекламировать не буду, потому что это такое, подойдет, не подойдет, выкинешь. Кремы, почему я взяла? Для глаз, для лица и маски, потому что я в Стамбуле не могу прочитать нормально, не знаю, чьи хорошо турецкого языка, да даже я и не видела. Еще очки сегодня себе приобрела. Не знаю, лучше вижу.
лучше слышу, посмотрим, мои хорошие, и так далее. Короче, что? Купила много чего, я еще покупаю скоро на Львов, потом на Стамбул, мои хорошие. Еще сделала в Ужгороде видео, посмотрите, не знаю. Еще есть дела, но это уже личные дела. Покупочки и так далее. Шмоток мне все время мало, я их рекламировать не буду. Купила вот так. Зачем покупаю, не знаю, это болезнь, надо как-то лечиться. Так что так, мои хорошие, посмотрите.